Когда-то Дмитрий Свещо начинал с открытия кафе. Сейчас он руководит первой и единственной некоммерческой организацией в Рубцовском районе по оказанию поддержки таким же сельским стартаперам, каким был он. Самостоятельно создать свой проект вдали от Барнаула тяжело. Только здесь можно зарегистрировать свое дело и выбить помощь со стороны государства. Более того, для открытия бизнеса порой не хватает элементарного помещения, не говоря уже о более серьезной инфраструктуре. Была у нас девушка, там, например, с идеей детский сад частный открыть. Ну, в городе это один момент открытия детского сада. В деревне есть потребность, есть, скажем так, целевая аудитория. Не нашли просто подходящего помещения. Инициативные организации действуют во всех регионах страны. Пока это наиболее эффективная система по поддержке различных проектов, реализуемых в селах. В такой работе госструктуры напрямую не участвуют. Развитие сел, как было упомянуто не раз на съезде, дело рук самих молодых активистов. Слет может помочь найти экспертов по вопросам создания социальных, экологических, образовательных и творческих проектов. Проект не предусматривает грантовую поддержку, ну вот непосредственно как проект, но у нас много вопросов, которые освещают вот именно возможности получения грантовой поддержки. Наиболее престижный, подъемный для молодых предпринимателей – президентский грант. Чтобы его получить, необходимо доказать важность своего проекта на нескольких этапах. И подобный всероссийский слет – одна из немногих возможностей воплотить свои бизнес-идеи в жизнь. Елена Кузовкина, Ирина Харитон, Андрей Печоркин. Наши новости.